Сервис онлайн-лид для продвижения ВКонтакте. Переходим по ссылке, нажимаем присоединиться, вводим e-mail, пароль, повторить пароль, ну то есть регистрируемся. Ставим галочку «Согласен с обработкой персональных данных» и нажимаем «Зарегистрироваться». Вот, у меня тут в пароле был спецсимвол, написано, что нельзя использовать спецсимвол. Будем делать пароль другой. Зарегистрироваться. Все, вы зарегистрированы. Окей, да. Можно сохранить. Нажимаем вход. Да, подтвердить e-mail. Заходим для этого на почту свою, с которой зарегистрировались, и подтверждаем e-mail. Все, подтверждаем. Да, обратите внимание, да, письмо от сервиса у меня упало в ящик в спам. Поэтому проверяйте свой ящик в спам тоже. Все, попали в сервис, да? Что здесь есть? Давайте посмотрим. Эта страница у нас главная, показывает статистику, да, по всем аккаунтам. Вот здесь поддержка есть, если что написать. Давайте подсоединим аккаунт свой. Аккаунты, аккаунт ВК через токен, получить токен. Нас скинуло на ссылку, да? Я уже в этом браузере авторизирован под своим ВК. Нажму «Продолжить как Роман». Вот это вот мы копируем, Ctrl-C. И вот сюда добавляем это и «Привязать аккаунт». Все, наш аккаунт успешно привязан. Написано, сколько друзей, сколько подписчиков у меня на аккаунте. Все, аккаунт мы привязали. Вот это у нас главное. Подписки. Здесь, смотрите, есть интересные предложения. Например, на 3 дня бесплатно. Вот можете взять бесплатно на 3 дня, да, и попробовать. Также можно другие тарифы посмотреть. Либо можно купить какой-то определенный вид, да, что-то отдельно. Например, масс лайкинг, да, только его приобрести. Также можно по отдельности все приобретать. Я пока возьму на 3 дня бесплатно. Нажму оплатить, да. Оплатить пакет 0 рублей. Все. Окей. Теперь у меня 3 дня бесплатно. Что делаем дальше? Что вообще здесь можно сделать, да? Аккаунт мы подключили. Давайте обновлю. Вот обновил. У меня здесь уже отображается мой аккаунт. Это вот все, что мне доступно сейчас, потому что тариф максимум до 10 мая, получается, 3 дня. У меня это все сейчас действует. И вот основные наши инструменты, зачем мы вообще сюда пришли, в этот сервис. Давайте начнем с лид мессенджера. Что я вообще буду здесь использовать? Это буду лид мессенджер использовать, масс лайкинг буду использовать и автопоздравление буду использовать. Остальное я пока пользоваться не буду, а вы смотрите сами. Давайте начнем с лид-менеджера. Что это вообще такое? Давайте включим его. Количество отправляемых заявок в сутки. По сути, это то, что вы будете добавляться в друзья. Кому-то отправлять заявки в друзья, да? Количество отправляемых заявок в сутки. Здесь по умолчанию стоит от 5 до 10. ВКонтакте до 25 это вообще максимум за сутки, да? Так что смотрите, если у вас совсем новый аккаунт, можете оставить вот это. А я сделаю вот так пока. Через пару дней я здесь сделаю 20, здесь 15 поставлю. Время можно оставить круглосуточно, да, но я сделаю вот так. И здесь вот так. Возраст. Здесь смотрите по вашей целевой аудитории, да, возраст, какой вам более оптимально, комфортно, с кем работать. Я сделаю вот так. Бывает, что ВКонтакте не указывают свой возраст. Здесь можно галочку поставить. Если возраст не указан у человека, то тоже будете добавляться в друзья. Пол. Смотрите сами тоже по вашей целевой аудитории. Я оставлю любой. Когда был в сети этот человек, да, можно онлайн сейчас, либо в течение 24 часов. Остальные не советую брать. Страны. Давайте. Тут тоже смотрите, где вам удобнее, с какой страной работать. Я пока оставлю 3 страны. Так, что здесь справа, да?
Одобрение заявок в друзья. То есть, если вам отправят заявку в друзья, то вы автоматически можете их принять, можете не принимать. Я этой функцией пользоваться не буду. Безопасный режим. Его тоже включим. Уменьшает риск бана до минимума. Программа не будет отправлять исходящие заявки каждые вторые сутки. Ну, то есть, по сути, через день будете добавлять друзья людей. Режим работы. На кого вы хотите отправлять заявки, да, чтобы программа добавляла в друзья. Можно по сообществу, если у вас есть список по своему списку, по друзьям аккаунта, да, то есть отдать ссылку на аккаунт, и друзья будете отправлять заявку свою в друзья, да, друзьям этого человека. Вот так. По подписчикам аккаунта, рекомендованные друзья, по ключевой фразе. Ну и вот смотрите, да. Давайте попробуем по сообществу выбрать. Сюда нужно поставить ссылку на сообщество, на которое хотите отправлять в друзья. Сейчас я поищу какое-то сообщество. Решил я все-таки добавиться по друзьям аккаунта, пока сообщество интересное не нашел. Ссылка на аккаунт. Что дальше? Заявки в друзья будут отправляться всем, кто находится в статусе друг у аккаунта, на который вы указали ссылку. Настройка сообщества при приеме заявки, да? Данное сообщение будет отправляться тогда, когда ваш аккаунт одобрил заявку в друзья. Для того, чтобы сообщение отправлять, поставьте тумблер. Ну, то есть, если человек согласится принять вашу заявку в друзья, да, здесь можно поставить тумблер, вот перевернуть, и написать сообщение какое-то, которое придет на автомате этому человеку. Можно использовать, я пока не буду пользоваться, но здесь нужно будет правилам посмотреть по правилам, да, чтобы у вас сообщение было не одинаковым, а менялось рандомно. Вот здесь вот, например, да, привет, здравствуйте, приветствую. Три раза можно разных делать. Можно это все написать, я пока не буду заполнять, но вы можете этим тоже воспользоваться. Настройка касания клиентам, да, первое касание. Данное сообщение будет отправляться тогда, когда пользователь принял вашу заявку в друзья. Для того, чтобы сообщения отправлялись, поставьте тумблер отправки сообщений в положении вкл. Второе касание. Данное сообщение будет отправляться тогда, когда пользователь ответил вам на первое касание. Ну, то есть, небольшое такое автоматическое, да, то есть, вы отправили, он что-то ответил вам, и следующее сообщение. Можно такую вот небольшую логику сделать. Вот. Пока я эти настройки оставлю и нажму сохранить. Все. У меня получается, он уже начнет добавляться в друзья. Следующее, что мы сделаем, это масс-лайкинг. Тоже включим. Количество лайков в сутки. ВКонтакте ограничение стоит где-то 500. Если ваш аккаунт недавно тоже зарегистрирован или вы подключаете недавно эту программу, то сделайте тоже сначала поменьше. Например, с 200 начну. Возраст. Тут тоже смотрите по вашей целевой аудитории. Я поставлю вот так. Количество лайков на пользователя я сделаю 3. Время тоже сделаю так же, как и в прошлом. Если возраст не указан, будем лайкать. Друзей тоже будем лайкать. То есть, если человек уже у меня в друзьях, то я его буду тоже лайкать. Так. Режим 2. Лайкать по пользователю ВК. Ссылка на страницу, да. Также указываем ссылку на страницу, либо по списку, если у вас есть список. Я сейчас отправлю какую-то страницу. Хотя от того же человека сделаю и включу. Вот. Поработаем пока с одним аккаунтом. Посмотрим, что будет. Если хороший отклик будет, то оставлю. Поработаю дальше по этому аккаунту. Если нет, то заменю. Сохранить. Всегда нажимайте сохранить изменения потом, когда что-то здесь поменяете. Что еще здесь есть? Вы можете все это посмотреть сами. Я пока буду пользоваться именно лид мессенджером, масс лайкингом. Автопостингом тоже можно использовать. Но это можно в самом ВКонтакте делать. Инвайтинг. Если хотите заниматься инвайтингом, то лучше какое-то отдельное сделать, ну, страницу, да, для этого. Потому что можно попасть в хороший бан. Автосторис.
Автопоздравление. Вот я еще что сделаю, так это автопоздравление. То есть буду поздравлять людей, настроить поздравление. Вот здесь можно настроить отдельно для женщин, отдельно для мужчин. Пока я поздравлять не буду. Вот основные, что я хотел сказать, я вам рассказал, что я сейчас уже прямо включил при вас, я уже включил, и буду уже это использовать в работе.